жалуется на отсутствие влаги. Давайте посмотрим, куда она девается. Поле, которое было убрано 4 недели назад, 5 недель назад, здесь был осадки 19 мм. При более детальном осмотре видим, что солома была убрана с помощью текования. Но у нас осталась защищенная часть поля, где у нас есть полова, и совсем незащищенная часть поля, где практически нет растительных остатков, кроме стоящей соломы. При более детальном осмотре видим, чистим, копаем, и, о чудо, уже на 3 сантиметрах есть влага. Буквально через метр, сколько ни копай, а влаги не найти. Делаем выводы. Распределяем качественно растительные остатки, работаем штригельной бараной.